безобразие. Тут других слов быть не может, и это не только мое мнение. Это мнение многих горожан. После последней пурги уже ничего там не очищено. Как люди натоптали, там так и есть. Скользко и горы мерзлого снега. Скользко, ужасно, можно упасть. Ладно, я молодая, а бабушки падают. Сколько в травмпунктах, жалко, с палочками все, с костылями. Вот, например, женщины тоже идут, я не знаю, как они будут проходить. Падаем. Да, и нужно обувь искать. Вот сейчас я обувь ищу, чтобы не падать по скользкой дороге. Да, это все мне не нравится, конечно. Ходить нам, старикам, очень и очень тяжело. И можно было бы очистить. Мы деньги все-таки платим неплохие. Надо бы почаще чистить, чтобы смотрели, что же мы пенсионеры так ходим. Так что, пожалуйста, после этого примите меры. Просто летать надо уже. Это не только здесь, это же по всему городу. Поэтому мы уже к этому привычные. Спортивные, да, поэтому здоровье нам не занимать. Больше ничего не могу сказать. Спасибо нашему градоначальнику, привет ему.